Отец, где мне достать деньги? Давай потом это обсудим. Скоро приедет мой старый знакомый. Ты должна его встретить. Хорошо. Я даю вам ровно месяц на то, чтобы вы нашли деньги. Или я заберу участок вашей земли. Мы не можем найти деньги за месяц. Ну тогда тебе придется выйти за меня. Другого выхода у тебя нету. Я не выйду замуж не по любви. Ты не поняла меня. У тебя нет другого выхода. Жду ответ завтра. Но... Никаких «но». Все, мне пора. Здравствуйте, я Давид. Здравствуйте, я Каролина. Я рад вас видеть. Я тоже. Проходите. Каролина, Каролина, папе плохо. Как? Папа, как ты? Каролин, мне очень плохо. Не волнуйся, все будет хорошо. Позови Давида. Давид. Пообещай, что ты не оставишь мою дочь Каролину и не отдашь поместье Альберту. Я обещаю, Крис. Ваша дочь будет только со мной. Скажи ей, что я ее любил. Каролин, отец умер. Нет, этого не может быть. Как я буду без него? Скоро приедет Альберт, я обещала ему выйти. Успокойся, мы решим все проблемы вместе. Каролин, отец умер. Нет, этого не может быть. Как я буду без него? Скоро приедет Альберт, я обещала выйти за него. Успокойся, мы решим все проблемы вместе. Как все было? Мы залезли в долги, у нас плохо урожай. У нас совсем нет денег. Если я не отдам деньги до конца срока, то мне придется выйти замуж за Альберта. Не беспокойся, что это, я решу все твои проблемы. Ой, смотрите, влюбленная парочка. Как ты могла? Ах ты ублюдок. Я вызываю тебя на дуэль. Каролин, взять мужья Давида. Да. Можете поцеловать свою руку?